Кровь – символ не только войны, но и самопожертвования. За неделю количество доноров в Молдове возросло в 2 раза. График работы центров переливания крови продлен на 2 часа. Сентям солидар по чейдине Украины. И чинева ореневое, где бунур материале, где банди. Мы солидарны с украинцами. Кому-то нужны вещи, деньги, а кому-то кровь. Если есть возможность стать донором, то почему нет? Сегодня помогаем мы, а завтра помощь может понадобиться нам. Ну, я же там. Мы не пас, не жутились, а вем не вой, не чесарус, все мной ожидаться. Слова Олега Гузуна, военнослужащего запаса, эхом повторяют другие доноры. Ситуация у наших соседей сложная, решил помочь. Кровь в аптеке не купишь. В знак солидарности приятно знать, что можешь спасти чью-то жизнь, ребенка или пожилого человека. Если раньше ежедневно приходило примерно по 250 человек, то сейчас до 500. Люди мобилизовались, чтобы у нас было достаточно запасов для больниц, для переливания крови как населению нашей страны, так и беженцам. С 25 февраля по сообщению Центра переливания крови было собрано 3000 единиц консервированной крови и плазмы.